полно преступников. В основном чужаки. Не обижайся. Сделаем этот мир еще прекраснее. Срубим пару. Эх, погодка. Отличная погодка стоит. Всем хорош. Всем прекрасно. Все в нем есть. И только одной вещи не хватает скорее. Рим холодная страна. Говорят, в Обливиуме. Поедем без остановок? Или хочешь остановиться где-то по дороге? Кровь дает себя знать. Мне хочется рубить головы смертным. Я так и делаю. Лишних голов не хватает. Не бойся, я с тобой. Показывай дорогу. Я тебя 1000 лет ждать не буду. Ну что, поехали? Располагайся поудобнее. Ну, пошла! Котов этих знаешь? Они себя зовут каджиты. Слыхал я, что на юге есть целые страны из одних этих котов. Это вот Рорикстер. Место тихое, люди хорошие. Если хочешь переночевать,
мороженом фрукте всегда найдется теплая постель и кружка эля. Toi qui n'as pas su me reconnaître. Эх, как солнышко-то пригревает. Стоять, старушка! Становится прям-таки жарко. Конечно, в безопасности. Просто будь осторожнее, если будешь ходить тут пешком. Я бы тут ночью один не шатался. Возле провала сквозняков, это пещера прямо над водопадами, часто люди пропадают. Ж-
Жил-добыл Рагнар рыжий, героем он слыл. Как-то раз он в Айтран ненадолго прибыл. Раньше в форте Сноухок ютились воры, да все вышли. Говорят, волшебники их выгнали. По мне пусть себе колдуют, лишь бы ко мне не лезли. Становится прям-таки жарко. Морфал, столица Хьялмарка. Не ровня, конечно, Солитьюду и Вайтран, но вполне милое место. Для тех, конечно, кто любит болото. Смотрит Ярл. Мы что, теперь должны трястись от страха у себя дома? Морфал — самое ужасное место в Скайриме. Здесь нет кузницы, зато есть худший бард во вселенной.